Всем привет, с вами Андрей Чент, и вы на моем игровом канале Чент Плей. И многим советовали сыграть в Horror From The Darkness. Прям сказали: Чент, мы ждем. Ну что, Чент Сити и кирпичный завод представляют. А у нас предыстории не было, да? Что-то, знаете, мне это уже немножечко похоже на 7 сентября. Да, 7 сентября, где мы играли а-ля в какой-то хрущевке. А у нас тут есть какие-то там... давайте сразу посмотрим. Настройки. А, нету настройки. Реально, типа, сейчас по пути разберемся. А чё я так со ступенек спускаюсь плавно? Окей, ну нету управления. Открыть ничего не можем. Так, задача попасть в 64-ю покойного дедушки. Серьезно? Помогите найти человека, кнопку нажать. А, можно нажать? Ага. То есть, если что, мышкой нажимается, компьютерный мастер. Так, 60 какая? 4-я? Где смотреть задание? Какую кнопочку вы хотите, чтобы я нажал? Я типа запомнил, 64-я. Вот никогда не понимал, нахрена, здесь вообще должен быть мусоропровод. А по факту здесь просто неиспользуемое какое-то место. Непонятно вообще, нахрена оно здесь. А можно как-то качество там настроить? Вообще нема. То есть я понял, мне ничего не нужно выбирать, качество и тому подобное. Так, 64-я квартира. Ой, там свет мигает. А реально вообще лифт не работает? Мне что-то кажется, не зря вот... Так, спокойно. Мне кажется, знаете, под хоррор, нужно что-то такое по цвету подходящее. Мне кажется, синий цвет не лучший цвет. Хоррор это что? Такое красное, да? Вот красное. О! Вот это вот прям типа вникнуть. Ой, не нравится мне это. Так, 64-я. Пошли наверх. Стул? Зачем тут стул? Как многие мне советовали в нее поиграть. Я просто уже даже представляю, что здесь просто кирпичные заводы будут строиться с... со скоростью света. 60... Блин, почему пешком мы постоянно идем? О, не, пожалуйста, где свет? Бля, что-то мне уже плохо стало. А, там лифт не работает. И что? Что? Все нормально? О, боже мой. О. Тут никого. Там никого. А почему там, где сломался лифт, там не работает свет? Так, 64-я квартира. А, бляха, муха, надо еще на один этаж. А, нет, вот 64-я. Как позвонить? А, у вас не закрывают, да, я так понимаю? Я согласен, а тут тоже не закрывают? Или это только 64-й не закрывают? Я понял. Окей.
Фух, ладно, пока ничего стрёмного нет, пока ничего стрёмного. Я кто? Какой-то следователь? Какой-то рубильник? Так, что написано? Уважаемые... Стоп, я не прочитал. Уважаемые соседи, если вы не перестанете шуметь по ночам, мы будем обращаться в полицию. А кто за мной дверь закрыл? Я понял. Ничего. Зачем туда стукаешь? Мы должны зайти... А как понять, какая из них 64-я? Ну, логично. Где у нас ключи были? Чё ж так темно-то? Бля, я уже честно очкую. Вот правда очкую. Эта квартира давно заброшена. Ага, да, знаю, это ваша, я заброшена. Потом их за жопу что-то укусит. В смысле нет электричества? А куда мне идти? Это мы сейчас электричество включим? Так, рубильник. Божеки, рубильники у вас классные. Оп! Оп! Все, больше нету рубильников. А больше нечего. Закрыть. О, сейчас куда? Сейчас бабайка будет. А это что за рубильник непонятный? Забрать семейный альбом и уйти. Что? Боже, какая стрёмная квартира у вас тут. А, вы типа... я должен был испугаться? Типа, это человек стоит? Типа, это должно было мне испугать с самого начала? А я не испугался. Что это шумит? Что в холодильнике? Еще раз, пожалуйста. Шо? Зачем свет потух? Не надо. Что там было? Сгущенка. Мне нужна сгущенка. Да шо оно мигает? Спокойно. Фотография. А я могу ублизить? А, могу. Боже мой. Какая стрёмная фотография. А это что? Беломорканал. Господи, какие-то советские сигареты. Так. Какие-то люди. Колбаса. Бутылка водки, да, или что это? Да. Ладно. Дверь с собой закрывать будем? Не, лучше не будем. Мне так как-то спокойнее. Ой, как стрёмно-то. Ой, как стрёмно-то. Блин, как похоже на 7 сентября игра. Не, я туда не пойду. Какого хрена? Блин, меня сейчас напугают. А, так, ладно, соберись, не бойся. Тебя напугают, ты к этому готов. Ты ничего не боишься. Я ничего не боюсь. О, чем пропал? Фу, бляха-муха, чем пропал? Бля, а там он был, видели? Фу, меня чуть-чуть мурашками покрыло. Он там был. Телевизор не... А я не хотел телевизор взять. Боже, какая стрёмная бабушка. Беломорканал. Что вы тут, одни сигареты курите? Так, а я что? Что я еще раз ищу? Альбом. Я ищу альбом. В каком-то из шкафчика. Плоскогубцы мне нужны будут? Вот, в фотографии альбом. Нет? Боже мой. Какой трындец просто. Лампочка взорвалась.
А в туалете? А, это... А, то туалет был. Ой, что-то не нравится мне эта комната. Боже, как у вас тут стрёмно. Что-то у вас тут вообще все плохо. Ребята. Блин, вот куда мне идти? Ой, что-то мне вообще плохо. Ой, мама родная. Фу, я не знаю, что мне делать. У меня уже всего это... Фух, что ж ты будешь делать? Фух, так. Собирались? Так, тут приоткрытая дверь. А у меня есть фонарик. Я могу где-то фонарик взять. А что это за дверь? Она закрыта. Так, а фонарика нету, да? Вот прям стопудов нету, да? А что там? Там темно. Там ничего не... Ёшки! Ёбля! Она! Что это? Кто это? Вот оно двигается! И что мне делать прям? Туда идти? Мама родная! Ой! Оно двигается! Так, закрой глаза, просто иди. Закрытыми глазами. Все равно ж обосрусь. Фу, блин. А, бутылку может в него швырнуть. А я могу присесть, прыгнуть? Ничего не могу. Блин, ну, мне аж плохо становится. А может туда пойти? Ага, хрен тебе туда пойти. Бля, ну что она так стоит? Это какая-то высокая хрень какая-то. Фу, так, соберись сейчас, просто иди. Закрой глаза! Слишком темно? В смысле, это почему он меня не напугал? Что вы хотите? В чем проблема? В смысле, слишком темно? Что не так? Блин, там же стоит эта хрень. Что я должен сделать? Просто не поворачивайся, не поворачивайся. Ну, вроде как подсвечивается, нет? Ой, не хочу я прям! Ой, не хочу прям! Не смотрю. О, бля, мне плохо. Какой ужас. Ой, а фонарика нету, не? Сгущенка не пропала? Так, Чен, да хватит бздеть, не бзди, ничего не бойся, ты бесстрашный. Никто не стоит. А почему тут свет не горит? А как я тут свет включал? Ты бесстрашный, ты не сырун. Ладно, я сырун. Кто? Что за звук? В смысле? Что это было? Что закрылось? Что открылось? Ты тут? Если до сих пор стоит. Ой, дверь открыта. А давай! Слишком темно, засранец. То есть еще не хочет меня пугать. Ждет. До последнего ждешь, да? Я тебя вижу. Что не хватает детали? В смысле?
А где мне ее взять? Не хватает детали. О, есть ключ. И куда мне этот ключ впихнуть? Ну тут темно, конечно, все. Гитара. Оп! Прям как у меня, отвечаю. Вот прям один в один копия на стене висит. А нахрена мне ключ? Я должен открыть какую-то дверь. Я туда не буду смотреть. Ой, ну то... Это оно так дышало? Может мне теперь ключ от этой двери? Да, я понял. Так это кладовка. Так это какая-то кладовка. Ух. Оп. Ты смотри мне там, не выглядывай. Что случилось? Ой, там свет пропал. О, ключ. О боже мой, как стрёмно-то, блин, ну, ужасно. О, блин, это мне туда сейчас? Дышит. А, бляха-муха, как бесстрёмно. Так, я не боюсь. Если что, я улыбаюсь. Я улыбаюсь. Мне ничего не страшно. Мне ничего не страшно. А, мне страшно. А, мне не страшно. А, мне... А! Твою мать! Ты чё пугаешь? И шо? Так, не мигайте, не надо мигать. И шо мне с тобой? Шо? А зачем я залез под кровать? А для чего мне была эта информация? Кучерявый, нахрена мне залазить под кровать? Может, кто-то должен будет ходить? И что? Оп, тихо-тихо-тихо, это что? Что? Для чего я открыл это? В чем логика? Нужен ключ. А, я должен подобрать какой-то пароль? Так, а как его крутить? И что? И? Как происходит смена пароля? Что-то я... Без понятия... Как ввести пароль? Наверное, сейчас никак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ха! Ты еще здесь? Что должен был увидеть в зеркале? Себя. Ой, господи. Бля, стрёмно. Кучерявый, пошли со мной. Я тебе отвечаю. Что-то я немножечко очкую. И что вы хотите? Ну все включено. Вы хотите, чтобы я пошел в ту комнату? Вот прям в ту? Вот где этот чупакабра стоял? Серьезно? Бля, нема фонарика реально. То есть вообще нема фонарика. То есть все настроено на том... Что? Закрыто? Нам еще понадобится какой-то ключ. Нам понадобится какой-то ключ. Что там мигало, мне казалось, нет? Ну ладно. А чё за хрень?
Мне просто идти туда? Ну, я реально не понимаю. Больше ничего нету. Под кроватью посидеть? Зачем? Да нет. Хотя это, знаете, очень странно, что я могу залезть под кровать. Ну пошли прямо! Эх, блин, умирать так с музыкой! Слишком темно. Да ты замахала, в чем проблема? Я что-то где-то пропустил? А что? Есть плоскогубцы? Может, в ванную зайти надо? Господи, а можно, пожалуйста... Не так шумно это все открывать и закрывать. Ну, туалет за... А что? А где? А как? А что не так? Ну, я должен, типа, как-то сейф что-то подобрать? Ну, а какие кнопки клацать? Ничего. Ни хрена не происходит. Ну, сейф. Ключ, замок. Мне чего-то не хватает или что? Правда, что-то я вот тут вот не вду. Так, спокойно, давайте без этой громкой непонятной музыки. Не, ну ни хрена, это не оно. Кучерявый, ты тоже... У тебя ничего нет в руках? Может, я что-то не доглядел? Да нет. Так, ладно. Что будем делать? Какие у нас предложения? Может, снова зайти в ту комнату? Там есть выключатель? Ну, сюда мы заходим. Ни хрена, что тут нету в туалете. Тут стоит этот монстр с глазами. Тут слишком темно. Ну, нема выключателя. Что-то пищит. Что не так? Серьезно? Надо было включить общий свет? Тю. А он до сих пор там стоит, да? Опять слишком темно. Так я ж включил свет. И что? Не, ну ведь я тут не могу сидеть. То есть оно не пускает меня туда. А он стоит, смотрит на меня. Какие-то... Давайте, ладно, зайдем сюда. А вот теперь спрячемся под кроватью. Ну, как мысль. Ждем. 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 Твою мать! Ты чё? Больной ублюдок! Ёперный цыплик! Я обосрался! Ты чё так беса гнать? Ого! А нахрена ты так сделаешь? И что мне теперь делать с тобой? Ты сейчас опять вылез? О, вижу тень, вижу тень, вижу тень. Он переместился. Сейчас вылезет опять, сто пудов. Раз, два. Я уже готов. Ну, тень, видели тень? Нет, ничего. Ладно, давай вылазить. Да не, странно. А как будто тень показалась, поменялась. Да, альбом. А, альбомы. Уходи. В смысле, уходи. Ну? Так, а где альбомы?
А ничего страшного, что в зеркале он смотрит на меня? Ну, типа, это... Я смотрю, он тут смотрит на меня, а тут он смотрит прямо. Я согласен, ничего удивительного. Ничего удивительного. Я снова залезу под этот. О, смотрите на тень. На тень смотрите. Не? Он что-то мне, если честно, под кроватью очково. Так, окей, уходи. Ключ я подобрать не могу. Ну реально, ничего не происходит. Он смотрит сюда, на какую-то стрёмную картину. Тут темно. Давай заходить жопой. Если что, жопой. Жопой не страшно. Слишком темно. Все, он меня не напугает. И что? Опять все повырубал. Так, чтоб ты жил и это... Не выключай ничего. И без тебя стрёмно. Что так сквозит? У вас эта вытяжка работает? Спокойно. О, а, это телек заработал. Ёшки. Шо, где? Что за звуки? Что-то как-то рэпается непонятно. Ой, это какая-то камера. А что это за место? У вас телек классный, типа, а-ля с камерой. Что-то лежит где-то на пороге. А-а-а, вот это вот оно. Окей, ой, блин, ой, я уже представляю. Это я поднял, и меня напугали, да? Ага, ага, ну давай, ладно. Задача выбраться. Выбраться. Оп. Ты опять на меня смотришь, да? Ну, понятно. А что теперь, я могу открыть? Не могу. Все так же, да? Окей. Так. Под кровать смысла уже лезть нету, правильно? Или есть? Да не, наверное, нету. Что, идем к бабайке? Так, стоп, а если вниз или вверх включено? А, это я выключил. Включить. Опять слишком темно. То есть он до последнего не впускает меня, да, туда? Прям хочет издеваться. Ага. Ага. О-о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 ! Я манал поворачиваться. Я не поворачиваюсь. Я не поворачиваюсь. Фу, хоть меня только что, если честно, немножечко это... Тут никого? Тут никого. Сердечко стукает. Я так загляну. Оп, никого. Все, отлично. Это открывается дверь? О, что там тем... О, тихо, тихо. О, сохранение. А что у нас тут забаррикадировано? Нормально у вас тут это... Тут это... Бля, я на кухне буду сидеть. Ёперный театр. Никого... Дверь открылась. Сгущенка на месте. Главное, сгущенку...
Да вы серьезно, бля? Вы издеваетесь? Да может не надо? Вы можете бегать? Зачем? Зачем мне бегать? Что-то жрет рядом со мной. Что-то жрет тут. Жрет что-то. Что-то жрет. Может колбасу с собой взять? Можно колбасу с собой взять? Фух. Да что ж ты будешь делать-то, а? Как я обожаю такие игры. Ух, сзади меня никого нету. У меня аж ощущение, что уже кто-то рядом со мной. Почему он жрет, как будто где-то возле меня? Я в шоке. Мелкий, что происходит? Сейчас он так повернется, так. Или что? Типа я должен смотреть? О, все. Не, согласен, лучше закрыть. Там прикинь, этот вурдалака сидел, жрал. А что ты на меня смотришь? Эй! Эй, не надо! А хули ты на меня смотришь? Не клацай. Не надо. Успокойся. Почему ты на меня смотришь? Бляха-муха. Хочешь, я под кровать спрячусь? Давай. Сыграем с тобой в прятки. Раз, два, три, четыре, пять... Я иду тебя? Нет? Мы в прятки только один раз играли. Ну ты на меня тупо втираешь. Вот я вижу тебя. Тут ты вообще на меня повернут. Офигеть просто. Фух. Ага, открыть не могу. Сейчас опять свет повыключается, понятное дело. А где радио? Господи, эти ноги меня, блин, доконают. А где звук? Какое-то радио. Какое-то хреново радио играет. Так, Чент, не накручивай себя, не накручивай. Какое-то радио. А где оно? Очень странно. Не понимаю, откуда звук. Ну не в туалете же это играет. Ой, а что там темно? Подожди секунду. А, все нормально.
Нормально, у вас тут ванная кровью налилась. Ничего необычного. А, радио, вот оно, тьфу ты, блин. Сохранено. В смысле сохранено? Ёшкин дрёт. Я тебе отвечаю, я сам очкую. Может, со мной? Идем? Давай, если что, пошли! Я под кровать тогда. Хотя вообще под кроватью, говорили, всегда сидит бабайка. Ёшкин дрён батон, и что мне делать? О, нормально, смотри! Бр, сгорела моя хата. Нормально, скажи, музыкант. Оп, а так свет среди немножечко падает. Куда идти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, видели, видели, стоял! Бля, 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 где выход, где выход, где выход? Что не так? Да не трогай ты этот, духовку. Что не так? Ну вот, открылось. Там что-то лежит? А-а-а, это вот вставить ключики. Все, я понял, это чтоб замочек. Фух, он хотя бы не тут сидит. Не, не тут. Почему, когда я открыл холодильник, становится так, как будто я выпускаю какого-то демона? Бля, он там стоит. А так не стоит. Фу, бля, лучше вот скажи, когда бежишь. Фу, у меня всего, если честно, блин, в этот, в мурашки прям покрыло. Так. Вставляем эти две хрени. И что теперь? А я теперь должен подобрать пароль? А какой пароль? Блин, а как его подобрать? Ага. Стоп, еще раз. То есть я... Ага, переключаю. Окей, то есть мне нужно понять, какой пароль. Так, ищем подсказки, и вы можете прятаться под кроватью. А зачем вы мне это говорите? Ладно. О, тут какой-то знак. А от кого я прячусь под кроватью? Мне просто интересно. Ну вот типа один символ. А как понять, это первый символ, типа, или какой? Что мне с ним делать? Не... Твою мать. Твою мать, я под кровать. А уже и дверь закрылась. О, бля. О, тихо, 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 тихо.
кучерявый. Мне нужно ввести пароль. Как я должен его ввести? А что там было? Цифры. Вот типа вот это было первое. Или что? Фу, блин, я уже честно ничего не хочу. Я уже ничего не хочу. Беги, куда бежать? А чё не могу пройти? А почему я никуда не могу пройти? Я не понимаю, что я вижу. То есть туда пройти уже нельзя. А куда можно? То есть я должен что-то здесь разгадать? Можешь, чтобы не мигало? Пожалуйста. Так, уходи. А, ого. Так, секунду. То есть мы видим один знак. Так, а как понять очередность? Какой первый, какой второй, какой третий, какой четвертый? Так, стопе. Значит, один под кроватью. Вот он. А-ля Шанель. Ну, типа что-то. Не до Шанель. Хорошо. Так. О. Ага. Вот такой типа треугольник. Вот тут вот такая хрень. И что-то еще одно. Ага. А хорошо. А есть разница в каком порядке ставить? Так, вот такое было у нас. Шанель есть. Так, а что нам? Не, Шанель. Треугольник, вот такой кружочек. Так, стопе, еще раз. Тут у нас какая-то типа а-ля вот буква М. Мне надо поочередно это все прокручивать. То есть первое, давайте так. Мы залезли под кровать, что мы увидели? Шанель. Значит, Шанель этот а-ля является первым. А, ну все сбрасывается или не? Шанель. Так, раз, два. Вот. Дальше. Мы вылезли из-под кровати. Что мы еще можем увидеть? Ну, типа в зеркало. Окей. Ну, представим, что это типа оно. Так, Шанель стоит. Стоит. Дальше. Ну, вот оно. А, вот, вот. Есть. Дальше. Шанель увидели. Потом посмотрели в ящик. Увидели это вот а-ля кружочек на кружке. Не-не, тихо. Так, кружочек. Вот он. И последнее, там треугольник на стене, на потолке. Вот такой. Ну, а как открыть? Вот он. Ну, так я все ввел. В чем проблема? Еще какие-то цвета. Красный. Красный. А какого цвета? Ага. Тихо, 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 спокойно. Я еще пока разгадаю. Ага. Так, стопе. Я вроде бы догадался. Вот тут мы должны поставить вот так.
вот тут поставить вот так. Под кроватью у нас. Ага, Шанель. И еще один, где мы видели? Шанель. Ну давайте два. Так, типа. Сейчас я уже забыл. Шанель. И вот это. Да наоборот. Тогда наоборот. Сюда мы ставим Шанель. О! Фух. Так, стопе. Ребята, давайте не будем. О, фонарик! Да подожди, фонарик! Я хочу фонарик. Ой, бля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, что с твоими глазами? Мама моя дорогая, что ты будешь делать? Фух. У-у-у. Ну что, типа я выхожу. Ой, бля, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я ж этого не видел. Нормально ты покакать сходил? Ты как вообще, нормально? Скорая уже не нужна? Слушай, у вас там это, кому-то плохо стало в туалете. Боже, какие у вас шикарные семейные фотоальбомы. А можно свет включить? Пожалуйста. Я понял, у вас свет уже не работает. Света нет. Ну типа я должен идти в ту комнату, я так и понял. Не зря вы мне здесь открыли ее, да? Так, и что? Есть стул. Есть буковка. Типа F. Я должен теперь выйти? Я попаду какую-то в параллельную реальность? Так, почему ничего не происходит? О, веревка. Не понимаю логики. Выйти я не могу. Стоит стул, стоит веревка. О, бляха-муха, ёбля, выключи. Слышишь? Не глухой. А, вы хотите, чтобы я фонарик тушил? Слышишь? Слышу. О, бля, слышу еще как, слышу. Ладно. Слышишь, 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 слышишь. Теперь я слышу звуки из тьмы. Слышишь голос. В полноте. Сохранение. Открылась дверь. Иди на голос. В полной темноте иди на голос. Не, я не пойду в полной темноте на голос. Я манал. Это вы сами идите на голос. Вчера вот еще здесь сидишь. Куда я должен идти? Я не буду в полной темноте идти. Идите в баню. А намек, наверное, на это, да? Что я должен выключить фонарик? Сто пудов. То есть я должен выключить фонарик и идти на голос. Да? Ну ни хрена ж тут нету. Ой, б... Что капает сверху?
Бля, там что-то сверху капало, там что-то капало сверху на меня и... О, это вам не фиксиков играть. Что-то капает. Закрыто. Там какой-то труп. А, нужен ключ. В комнате воняет мертвечиной? Это я случайно всрался. Это просто буррито. Ой, блин. Так, тихо, ребята. Так, тихо, спокойно. Давайте, не нагоняем панику. Не нагоняем панику. Тут монстр сюда спрятался. Я видел. Я все видел. Он куда-то сюда ушел. Он не мог исчезнуть. Кучерявый, где монстр? Спрятаться мне под кровать? Давай, я спрячусь. Оп, смотрю. Смотрю. А что-то мигает. А чё оно мигает? Что-то за лужа крови мигающая, я не понял. Это ты навалял тут или что? Бутылка. О, не, лучше не вырубать. А ну. А тут? Нормально у вас озвучка, когда фонарик не работает. Я манал. Так, а куда тот монстр делся? В ванной спрятался? Ты тут? Бабайка. Или тут? Ты не слышишь? Я все слышу, но я пока ничего не вижу. Иди на голос. Может, реально должен выключить? Так, иди на голос в полной темноте. Я слышу звуки из тьмы. Слышишь голос? В полной темноте иди на голос. Короче, надо выключить, я так понимаю, реально фонарик. Так я не включал фонарик. Давай дверь закроем. И что? И что? Блин, мне так стрёмно, если честно. Я не понимаю. Ну, типа, что, с портрета этот звук идёт или что? Оп, и позитивная нотка. И что? Я так понимаю, тут какая-то кровь у вас. Ой, бля, это шо? Чтобы получить ключ? Что это, палец плюс глаз плюс зубы равно ключ? Ну вот глаз. Я не могу взять глаз. Где мне найти палец?
То есть я тут просто посмотрел. А ничего, что у вас там голова немного двигается, не? Палец плюс глаз плюс зубы. А где мне это все взять? Где должны быть? Ну, здесь на самом деле практически языки. Есть зубы, есть глаз. Я, может, должен найти палец? То есть, типа, мне пальца не хватает? У вас тут нигде палец не завалялся? Может, на кухне? И потом, типа, я открою эту хрень, правильно? Палец. О, палец. О, а вот и пальчик. Возвращаемся. Не напугайте, не напугайте, не напугайте. Давай палец. Ну, вставляй, я ж палец нашел. В смысле, глаз уже есть, зубы вон на месте. Нет, никак. То есть я еще должен найти реально где-то еще глаз и зубы. А где? Блин. Что, может, в холодильнике лежат? Так, где может лежать глаз и зубы? Что это? Ну, в духовке мы нашли палец. Глаза не вижу. Может, в холодильнике? У вас тут случайно нету глаза или зубов? Нет? Как интересно. Что тогда я упустил? Может, в кладовке у вас тут завалялся... Что это за звуки, мать его? И тут закрыто тоже ключ какой-то надо будет. Тут капает кровь, блин, кто-то... Он не любит свет. Кто он? Ну реально, тут ничего пока. Надо где-то найти еще. То есть надо вырубить свет и идти в темноте. Что это было? О-о-о-о. Наркомания пошла. Что здесь? Что это? Ходи двери. Блин, куда я зашел? Ёперный театр. Куда идти? Что за хрень? О! Ага, ключ. А, все? Типа надо просто было долго идти? Куда-то? Так, давайте так, ключ откуда? Ну точно не отсюда, правильно же? Да, тут пока нет. Ключ, скорее всего, от... А, типа это мы с него уже ключ добыли. То есть глаз есть, палец есть. Что, сверху? Нет.
Ну тогда получается, что отсюда. Вот. Ключик. Да. Твою мать. Вы больные ублюдки. Бля, это уже ноги стоят, я уже всего бачкую. Где ребенок плачет? Мелкий, ты тут? Хрена себе, какой детский плач. О, боже мой. Ну ты и плачешь, конечно. А, глаз. Фух, стоп. Бля, он там в отражении. А почему меня в отражении уже не видно? Ничего страшного, да? Что типа... Я с отра... Бля, да какого хрена? Я с отражения попал. Так, секунду, глаз есть. А, надо зубы, надо зубы. Где взять зубы? Что-то мне подсказывает, я не зря сюда залез. Ладно, вылазим. У тебя нет зубов? Нет? Фух, так, ладно. А, у этого чувака можно зубы взять. Не, нельзя. Я же говорю. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Шо-шо-шо. А, плоскогубцы нужны. Ага, плоскогубцы мы видели где? Правильно. А, на кухне, по-моему, если не ошибаюсь. На полочке какой-то лежали. Здесь или... Не-не-не, стоп, точно. Плоскогубцы мы видели вот в этом месте. Или нет? Блин, где-то мы же плоскогубцы видели. Стоп. Где-то они были. Где-то были плоскогубцы. Я вот прям помню, на каком-то подоконнике то ли. А на каком? Может быть... Тихо. Может здесь? Вот, нет. Блин, где-то же были плоскогубцы. Ага, вот, помню, что же где-то видел. Так, бабайка, не пугай. Бабайка. Бабайка. Что там такое, господи, это цепь. Давай, достаем с него зубы. Ам! А, всего один зуб? А, достали? Так, секунду, тут ничего. Все готовы? Все готовы строить кирпичный завод? Блин, какой странный, страшный портрет. Я потом на него посмотрю. Я пока ключ добуду. Пальцем в глаз или в... Господи, какой ужас. И что это у него сорта выпало? Бумажка какая-то? Он сильнее в темноте. Когда ты светишь все комнаты,
Когда ты осветишь все комнаты, он станет слабее, ты сможешь выбраться. Это ключ от ящика под потолком. Он сильнее в темноте. Когда ты осветишь все комнаты, он станет слабее, ты сможешь выбраться. Ну окей. Так, ну я свечу. Я не выключаю фонарик. Я фонарик не выключаю. Главное, чтобы он сам не выключился. А где портрет делся? Он не любит свет. Так, что там? Какая-то коробка. Нечем поджечь свечи. Нечем поджечь свечи. Ну, свечи, скорее всего, надо поджигать на кухне. Идите в сраку, мне и так все плохо. Беломор канал. Ну, слушайте, сигареты с чем-то курят. Поджигают сигары. Где-то должны быть спички. Ну, наверное, точно не в холодильнике, согласен. То есть они где-то должны быть. Может, в кладовке? В кладовке нету спичек? Нету. А там так и продолжает что-то капать, да? Так, значит, мне нужно найти... Боже мой. А, перевесился этот костюм. А может, в костюме что-то есть? Нет, нету. Так, у тебя ж ничего нету? Нету. Надо найти... Ну, кто-то курил. То есть должна, получается, быть что? Либо зажигалка, либо спички. Беломорканал. Я понял, какие комнаты мне нужно идти. О, тихо, 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 тихо. В отражении ни хрена. Что? Показалось. А там какой-то был звук. Там какой-то был звук. Откуда? А идите в задницу. Я пока что занят. Я ищу, чем... Не знаешь, где найти... Черт побери. У тебя нету тут, кроме туалетной бумаги, ничего? Здесь тоже ничего? Кто-то звонил в дверь. Твою мать. Ненормально или что? А так все включено. Я могу выйти? А, я могу... Боже мой. Так, а где выход? О боже. Так, ага, мне только прямо идти, я понял. Хрен... Боже мой. Ой, мама родная. Дед! Хули ты с топором? Мне типа вниз идти, да? Да хотя нет. Что? Что-что? Тебе надо слушать. Попробуй еще раз. Сейчас напугаете меня, конечно, попробую еще раз. Ну, типа спускаться надо. Что это?
Господи, какая наркомания. О, нам сюда. А, нет, неправильно. То есть я теперь должен найти, типа, вариант правильный, куда мне нужно спуститься и попасть? То есть опять мы попали к деду? Только с другой, получается, стороны. Так, еще раз, значит. Попробуй еще раз. Тебе надо слушать. Что-то нужно слушать. Не говорится о том, что нужно выключить свет, нужно слушать. А что слушать? Дед, ты не в курсе, что я должен слушать? Ну так, это так, мало ли вдруг. Не, не в курсе? Ладно. Кто-то должен слушать. Давайте так. Вкратце. Сюда мы уже заходили. Успехом ничего не увенчалось. Сюда мы не заходили. Наверное, тоже ни хрена не получится, поэтому мы сейчас спустимся на один этаж ниже. Хотя... Не, тут что-то по... тут что-то по-другому. А вот тут что-то по-другому. Тебе надо слушать. Да в смысле? Так там другого прохода не было. Вот он, да? А, опять дед. Чё-то ни хрена не понимаю. Может еще ниже спуститься? Ну, как мысль. Здесь мы были, раз. И здесь были два. Давайте, а ниже нельзя спуститься. Правда, что-то я не въезжаю, если честно. Ну вот только тот вариант был подходящим, когда у нас дед пропал. То есть когда мы зашли в какую? В дверь, где были глаза. Тебе надо слушать. Ну вот сюда. Вот. А там еще какая-то была дверь или что? Тут рука, спуститься не могу. Что-то на руке? Да нет. Что-то сюда? Нет. За дверью слышишь звуки, лучше туда не ходить. Я понял, давай сюда. Нету звуков, открываем. О-о-о. Черт побери.
Ну, вроде там есть звуки. Давайте спустимся. Кажется, если есть возможность А, нету возможности спуститься, да? Окей. То есть надо вернуться тогда. И найти дверь, которая менее шумная. Ну, по-моему, как по мне было, вот это вот... Я уже даже забыл, какая была шумная. Вот здесь звуки есть. А если зайти обратно в те двери, с которых мы пришли? А там кто-то жрет. И что мне делать? Какую дверь выбрать? Вот реально. А, я могу еще наверх пойти. Давай. Потому что, ну, и там шум. А, Ну, слушаем. Никакого шума нету. И что мне выбрать? А, ну типа много где нету вообще куда пройти. Типа там пусто, пусто. Пусто. Здесь тоже пусто. И что? Чуть ни хрена не понял. Типа это не открывается дверь. Это тоже. Здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. А, еще дверь на потолке и дверь на полу. А можно открыть эту тоже? Или что? Что происходит? Какая наркомания? Тут тоже ничего. Что это? А зачем? А вот еще дверь. Хрена себе, что у вас тут происходит? Что у вас тут происходит? Так. А как? А что? А где? А зачем? Ни хрена не понял, если честно. Что происходит? Ну, эту дверь лучше не открывать. Окей, что с этой дверью? Тоже лучше не открывать. Окей, идем дальше. Мы немножечко пока успокоились, пока нету скримеров. О, мы практически спустились на первый этаж. О, я вижу выход! И что? И что? Ну, я вышел. Выпустите меня, больные ублюдки. Я вышел куда-то за эти? За текстуры? Блин, ну серьезно?
Ага. Так, тихо. Не, не, туда не пойду. О, не-не-не-не-не-не-не, кто это, кто это, кто это? Чувак, что там? Все нормально? Как ты себя чувствуешь? У тебя, конечно, непропорционально это ручки с ножками. А меня нету, ты заметил? Да. Какой ты красивый хлопец, прям весь в папу, наверное. Зажигалка? А где делся мой фонарик? Я наверх больше не пойду, идите в баню. Я хочу наружу. А наружу нельзя, да? Фонарика у меня нету, у меня есть только зажигалка. Бляха-муха, я уже думал, что я уже прошел. Я думал, все. Не, ну там что-то дышит. То есть хотите, чтобы я что-то здесь нашел? Какая у вас странная комната, треугольная. Зеркало. Блин, они, наверное, хотят, чтобы я обратно шел наверх. Да. Да, надо идти обратно. Фу, блин, что-то дышит. Там тоже дышат. Бля, чувак! Ты хочешь со мной поехать? Привет! Куда едем? В какой этаж? На пятый? Поехали на пятый. Не, я тут выйду. Ладно. Как-то неудобно тут это. О, это мой... выходи, я... Это мой этаж, да? Ладно. Это... не расстраивайся. А чё я обратно приехал? Ну ладно. Я обратно приехал. А где дед? Мам, я дома. Хлеб купил. А, я уже из-за свечки забыл, если честно. Зажечь свет во всех комнатах. У вас уже есть свечка. Сохранено. Так, во всех комнатах. А где мне ее поставить? Вот. Бац. Все, свечка горит. А можно параллельно молитву читать? А могу тут поставить две? Ну, чтобы не так страшно было. Не? Ну, тут где-то поставить. Не вариант. А они потом еще их задувать будут. 100%. Типа, пока свечка... А это считается комната? Ну, я так... А, да, считается. Ах вы! Где моя свечка?
Ну, зажигай. Блин. Чё свечка не зажигается? Ёперный, газ закончился или что? Боже, и что делать? Я немножечко очкую. Я понял, на свечке уже... Ой, мама родная. Какой стрёмный портрет. Один... А шо... А шо про... Боже, какая наркомания. Господи. А что это было? Что это был за... А, свет так продолжает гореть, да? Это просто галюны были мои или что? А, ну ладно. Все, вопросов нет. О, кто-то там что-то где-то. Так, у вас там это в шкафу что-то. Зажечь. Ух, стрёмно как-то это. У вас окошко разбилось. У вас там в шкафу красивый портрет. Очень такой прям. На Мерли Мэнсона похож, если честно. Так. Опять начинается, да? Опять. Я понял, хрен, у меня ни хрена, у меня не работает. Так, в холодильнике никто не сидит. Главное не бздеть. Не бздеть. А я бздю. Не бздеть, а я бздю. Главное не бздеть, а я бздю. А, я залезу под кровать. Зачем? Не знаю. А, не надо. Пацан, а ты где? Что? Пока ни хрена не работает. Что это было нажать? Что-то я мог нажать. Не, показалось. Ладно. Там кто-то стоит. Ёперный театр. Ну ладно, пугай меня. Не хочешь пугать? А чё тут стоишь? Это ты с туалета? Нет, это другой какой-то. Заходи, как бы это. Не хочешь? А чё ты тут стоишь? Ты мне хочешь за жопу? О, пацаны! У нас тут пати упорзовывается! Свингер-вечеринка! Я понял. Ой-ой-ой-ой, это что за матрица у нас? Это что за матрица? Я вас не боюсь. Не боюсь. Я зайду в шкаф, шкаф. Ух. Ух. Ой, боже мой. Надо взять свечку за упокой. И за здравие. О, наконец-то горит. Ух. Я ничего не боюсь. Я не из пугливых. Ну ладно, я немножечко секу, конечно. Совсем чуть-чуть. Так, кучерявый, я сейчас буду тут освещать территорию. Не фукай. Боже, там кто-то мертвый, и кукла стоит, и какая-то мертвая голова тут. И что мне с этим делать? Там кого-то зарубали топором. Прикинь? Я уже пытаюсь просто шутить, потому что моя психика не выдерживает. Так, я пошел за новой свечкой.
А чё мне тут свечка не горит? Должна гореть. Помните, было сказано? Чем больше света, тем он слабее. Чем больше света, тем он слабее. Тем он слабее. Позажигаем все. Позажигаем. Фу, какой дядька большой. Знаете, он вроде не кричит на меня, а я кричу на него. Так. А в параше нужно ставить? Понял. Ты тут, это чтоб ты тут не скучал. Сейчас опять будут пугать меня. Паразит опять будет меня пугать. Вот ты посмотри, никак не успокоится прям со своими этими... Ой-о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 й. Что такое? Что? Давай, готов! Чу. И шо? А чё я не усрался? Так, ну слушайте, свечки практически везде сожжены. Тут горит, там горит, он слабеет. Тут горит, там горит. Ну, где-то здесь поставить надо. А я вообще свечку брал, я не помню. У меня вообще есть свечка. А, теперь есть. Осталось две. Ну, одну ставим здесь. Осталась последняя. А это считается комнатой? Где-то здесь поставить. Ну, о! И осталась последняя. Все, последняя. То есть везде горит. И оно меня ждет. Что-то щелкнуло. Так точно везде горит? Нигде не потухло. Нигде не потухло. Сейчас главное только мне не потухнуть. Так, ну шо, чупакабра? Ты готов? А я тебя вижу. На! Все! Ха-ха! Испугался? Я тоже. И что теперь? О, я могу выйти. Боже, я вижу свободу. Свобода, 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 свобода. Можно закрыть за собой дверь? А, дверь не закрывается. Я на лифте поеду. А, я понял, лифт же не работает. Мусор выбросить за собой? Не? Ну ладно. Я ж надеюсь, это уже конец. Я со свечкой. Помните, вы говорили, что он слабеет? А вы издеваетесь? Что происходит? А прикиньте, еще свечки задул. А, дверь закрылась. Все, ладно. Я, вы знаете, и не сильно-то и расстроился, что дверь закрылась. Я быстренько спускаюсь. Я даже не буду долго думать и смотреть. Я просто побегу. Второй этаж. Второй этаж. Первый этаж. Первый этаж. Да вы издеваетесь. Не, да вы издеваетесь. А. Ну такое я прям это личинку временами наложил-то. Я тебя старался так не расстраиваться. Ух, блин. И сказать, что типа на меня тут так кричал, так нет. Я кричал. О, все? Да. Ну что скажете? Боже. С радостью прочитаю ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, проверьте, чтобы стоял колокольчик. И до скорой встречи. Всем пока.